Реплики, да. История, когда атошник нервничал и, поддавшись на раскачку безответственных политиков, кинул гранату, она очень красивая, но, к сожалению, подтверждается фактами совсем обратное. Кинули гранату РГО. Я за год практически пребывания АТО ни разу этой гранаты не встречал. Да. Это граната оборонительная. Ее кидали, понимая, что если там не было бы этого двойного строя нацгвардейцев, то накрыло бы осколками практически всех, и, возможно, самого кидавшего. Да, кстати, очень знаменитый блогер Аркадий Бабченко написал сегодня подробно про эту гранату, что это самая совершенная, самая опасная граната. Да. И действительно, ее пойти достань в зоне АТО. Она не находится на вооружении подразделений милиции, патрульной службы, это точно. Потом там стоял буквально в 7 метрах Егор Соболев, в него не попало ни одного осколка, потому что все приняли на себя хлопцы-нацгвардейцы. Второе. Семен, ну подождите, ко второму сразу ваша версия. Где он мог ее взять? Она есть на вооружении нашей армии, но ее взял человек, четко понимая, сколько людей убьет, примерно понимая, какое количество там будет стоять оцепление, и идя с холодной головой и трезвым разумом.